Миссия земного рождения определяется до рождения в теле, и если она не исполнена, то и нет движения, и нет пользы от рождения. Несчастливыми рождениями земных лет может измеряться задержка продвижения духа. Душа ожидает от личности движения по плану эволюции, а в ответ получает длительную никчемность. Наша планета – наш дом, и мы не можем из него уйти. Мы утешали себя тем, что природа мудрая, что она сама найдет пути к спасению. Сегодня еще шумят наши леса, и смеются наши дети. Сегодня еще богаты наши недра, и поют птицы на наш век. Хватит, говорили мы, а вот не хватило. Нет рек, нет зверей, исчерпаны наши недра. Нет воздуха, каждый второй ребенок рождается уродом, и мы прикрываем лица благополучными масками. Мы уничтожили себя проклятыми войнами. Все мы убийцы Десы, но вы вдвойне, потому что сами дышите чистым воздухом, а продаете его остальным свое благополучие. Вы наживаете за чужой счет. Под личностью понимаем физическое, эмоциональное и умственные тела, действующие как одно целое. Не сформировавшаяся личность своевольно, без накопленного опыта, она есть дикость вперемешку с гордыней. И то, что могло быть ярким и живым, часто принимает образ трусливый, агрессивный, ненасытный и невежественный. Напомним, что ведомая идея обретения денежных ништяков биомасса составляет около 80-90% среди представителей рода человеческого, который должен нести бремя ответственности за земной звездолет. Разумеется, остальные 10-20% обязаны нести на себе все то, что не хочет или не может разделить в качестве ответственности неразумная часть. Да, в этом плане экклезиаст прав. Больше знаний – выше ответственность. Однако нужно напомнить, что безответственность наказуема свыше, и любая халява имеет резко обратную сторону в качестве неотразимых поправок судьбы. Это однокоренное слово имеет смысл высшей судебной инстанции, но не карательного, а скорее хирургической поправки тропы жизни. Более разумные представители биомассы, достаточно долго варимые в супе стадных страданий, начинают поиск своего пути для выхода из страданий. Обычно такие люди инстинктивно ищут особых учителей, которые могут помочь пройти по выбранной тропе, не калечась. Эта стадия обретения мудрости тоже весьма непроста, но она необходима на пути эволюции сознания личности для обретения контакта с собственной душой или совестью над сознанием. Наградой за продвижение на пути эволюции сознания станет избавление от страданий. Хотя трудности обретут новый уровень, но горе все же исчезнет вместе с сумасшествием жажды материальной ненасытности. Так что трудитесь изо всех сил, ради общего блага, ищите знания и мудрость, и тогда ваш тренированный судьбой и собственной волей обитатель тела или мыслитель сможет обрести здоровое и совершенное тело, совершая дела, которые мы знаем по древним сказкам о героях и поступкам святых людей, достигших чистоты замыслов, речи и действий. Человек по своей сущности – это энергетическая система, состоящая из множества биологических полей, начиная от микрополей, потому что каждый наш орган, он не может работать вне энергетического поля, начиная от нашего сердца, начиная от нашего мозга, от нашего творения. Все это, энергия. Энергия. И энергия, да, мы как энергетическое поле теснейшим образом связаны с природой и не можем жить иначе, как по законам природы. И вот Елена Ивановна Рерих, супруга, затем и вдова великого Николая Константиновича Рериха, она, всегда писала и говорила, и в главной работе Рериха «Живая этика» говорила, что главный законодатель для человека – это природа. Вот. Поэтому действительно человек – это энергетическая сущность, встроенная в энергосистему природы,
и вместе с природой встроена в энергию большого космоса, в энергию Вселенной. И вот ее, что законодатель, значит, природы, это наша природа, жить, как живет природа, вот, не властвовать над природой, вот, а встраиваться, жить, облагораживать и помогать природе, особенно когда происходят какие-то катаклизмы. И второе, предназначение человека тоже должно отображаться от природы. В природе все вот такая там какая-то букашечка мелкая, заканчивая там китами, слонами, все функционально, то есть предназначено для общеполезных дел. Даже пожирать там кого-то, это, ну, вот перенаселение, что там же определенных видов животных. Это, Леонид Григорьевич, скорее всего, когда человечество достигнет другого уровня, как мы записали с вами в прошлой передаче, когда человечество станет добрым, силы добра победят, вот тогда и животные тоже изменятся. Ведь предсказано, что не тигр, а барс, по-моему, будет лежать рядом с ягненком. И это в Священном Писании, кстати, записано, что человек создан по образу и подобию Бога. Но мы не знаем, что такое Бог. Так вот, Бог – это, по сути дела, физическое поле, но я в своих работах пишу, там это такой вселенский компьютер, где каждый поток энергии мыслительной, там, происходящий на огромных таких площадях, там, территориях, акваториях и так далее, везде, где вот излучается энергия, то ли беды, то ли там великой радости, то ли великой гармонии, а природа вот именно живет в состоянии гармонии. Это все учитывается, и учитываются чувства человеческие прежде всего, но и чувства там животного мира и так далее, включая растительный мир, да. Вот все это ощущается, и все в вот этом вселенском процессе. И вот когда, говорит, человек создан по образу и подобию, значит, вот он энергетически вот таким образом создан, да, что он должен устремляться к высшему разуму. Иногда это синонимами высший разум и Бог, да, и это справедливо. Вот туда, то есть постигать вот этот мир через знание, через свой интеллект. И второй момент, что человек вот заложен, он как доброе начало. Доброе начало, совершенствовать свои отношения с друг другом, отношения там к животному, растительному миру, то есть насыщать добро. И третий фактор, это вот в живой этике как раз у Рерихов говорится. Человек, да, вот именно он должен стремиться излучать потоки радости, и эти потоки разливать вот и на природное пространство, и связываться с космосом через радости. Правда, они говорят, что некоторые люди, некоторые народы даже, они, и вот задумаемся, что сегодня излучают, они излучают вовне, в земное космическое пространство, именно вот эти потоки гнева, потоки зла, значит, да, потоки ненависти. Вот. И они, естественно, получают в ответ. То есть Бог, Бог добро, вот это, то есть положительные вот эти энергетические поля, творческие начала, устремленность там вверх. Человек вот заложен, что он должен постоянно устремляться как бы вверх, к знаниям, к красоте, к добру, к творчеству. Вот. Но есть, и вот мы как бы повторяемся, но есть вот и именно люди, которые радость получают внутреннюю от ненависти. Ненависти. И я, глядя вот на то, что делает родное в кавычках наше правительство, вот как празднуют вот эти даты, значит, новой России, когда ни одной приличной песни не смогли написать, вот на концерте идет, это вот радость от ненависти к Советскому Союзу, когда некоторые руководители говорят, вот
плюют в прошлое там, и так далее. Когда говорят, а что, Советский Союз, кроме резиновых галош, ничего не производил, а вы что произвели? Вот, это радость от ненависти. Я, Олег Григорьевич, ну, наверное, здесь все-таки и Советский Союз тоже виноват, раз смог вырастить вот такое вот поколение ненавидящих. Но это другая тема. Безусловно, но это, как говорится, это другая тема уже. Да, виноват, там были ошибки, но основы фундаментальные заложены вот именно в человеке. Вот он и так может, и так может. Вот где-то недоработали, потому что теория социализма, теория советского развития, о которой Сталин после войны говорил, без теории нам смерть. Вот. Ну, не было, так и не было создано. А дальше вот это двойственное начало человека, вот оно приводит всегда. Вот если человек, значит, вот алчный, то в нем побеждает вот страсть к материальному, страсть к деньгам, к сверхбогатству. И одновременно, и мы видим вот по поведению тех же Грефов, до этого там Чубайсу и прочих, вот, что им... Вот они живут в категории радость от ненависти. И быдлом обзывают там, и как угодно. Вот, эта вот двойственность вот от сегодня, она побеждает. Но, как говорят рейхи, все это временно. Через это, ну, вроде бы нужно пройти как через испытание. Пройти через сито. Да, да, да. Мы настолько все разные, мы настолько все интересные. Самое, наверное, сложное вообще людям на протяжении всей жизни разобраться в собственной природе. Мы легко оцениваем других людей, мы легко вешаем ярлыки, но самое сложное – понять природу свою. И я думаю, умные люди, ищущие люди – люди глубокие занимаются этим всю жизнь. Как только ты поймешь свою природу, во-первых, ты будешь меньше совершать ошибок. Это точно. Но у тебя есть возможность трудиться. Для этого нам, как мне кажется, дана жизнь. Я вот точно совершенно знаю, что я в 18 и в 20 была совершенно другим человеком, с другим характером, с другим отношением к людям и к жизни в принципе. Когда я поняла свою природу, я стала работать над этим. И, конечно, например, я проработала, и людям стало, наверное, со мной проще, я так думаю, но я проработала свою нетерпимость, а по природе я такой человек – очень резкий, очень категоричный, нетерпимый. Но когда я поняла, что вот, ну, я родилась такой, природа овнов, мы огненные, мы прямолинейные, но я рекомендую это сделать всем, я работаю над этим до сих пор, и когда мы, все люди, будем думать о том, как бы нам свою природу немножко скорректировать, и как нам быть полезными и быть хорошими людьми. Я понимаю, что это так пафосно сейчас очень звучит, но если каждый будет думать сначала о своей природе, а потом о том, что же в моей природе мешает другим, мне кажется, это замечательно и даст результат, и к этому надо стремиться. Вот у меня, например, мама – скорпион, и по природе своей она удивительно язвительный, удивительно критикующий и нетерпеливый, и очень всегда резко осуждающий человек. Ей сейчас 84 года, и я все время ей говорю: «Мама, ну, чуть-чуть свою природу, скорпионью, немножко скорректируй, и вокруг тебя, твоим двум дочерям, твоему мужу, твоим соседям станет жить с тобой, мама, с твоей скорпионьей природой, станет жить комфортней». Я не достучалась. Не достучалась. Но над собой работаю. Я просто хочу, чтобы людям со мной было комфортней. Легче. Легче общаться, легче жить. Работайте над своей природой.
меняйте ее, корректируйте и думайте о людях. И вообще, мой совет – меньше думать про себя и больше думать про людей. Если это, конечно, возможно. Значит, природа каждого. Во-первых, когда говорят, что ребенок рождается с белого листа, неправда. Значит, психологи говорят так, что уже исследования доказывают то, что когда ребенок рождается, у него есть генетическая память, то есть наследственные программы, установки, пожелания. Допустим, если кто-то из прародителей что-то очень переживал, у него было какие-то наваждения, какие-то цели, идеи, да, то есть это может передаться по наследству. То есть это может выстрелить через поколения, да, через длинные поколения. Второе, когда мама находится в положении, да, то есть если она чем-то очень восхищается, да, то есть она программирует ребенка. Потому что когда женщина носит ребенка в утробе, да, она одно целое вместе с ним. То есть по поведению женщин можно определить уже, какой будет характер плюс-минус ребенка, потому что плод уже влияет на его генетические установки, уже влияет на маму, да, и по ее поведению, по изменениям можно сказать примерно, в какую сторону будет отклонение, в хорошую или в плохую, да, и второе, если мама, допустим, ворует, ленится, врет, да, то есть, или наоборот, очень хорошо работает, да, то есть у нее какие-то хорошие мероприятия проводит, да, то есть она тоже таким образом программирует ребенка, да. Психологи говорят, что с этим невозможно работать. Уже то, что до рождения, да, то есть практически нельзя изменить установки подсознания, да. А вот уже с рождения до 6 лет, да, то есть то, что ребенок видит, то, что он учится у родителей, с окружающей среды, он уже дошлифовывает, да. И после 6 лет уже человек практически не меняется, за редким исключением. Есть, конечно, исключения, но это очень тяжелая работа, да, и практически это не массовость, да. Поэтому мы говорим так, что к 6 годам у ребенка уже сформировались ценности, направления и все остальное. После этого, то есть его цели в жизни, установка. Другое дело, что социум навязывает. Тебе это не надо, тебе это не надо, дает ложные цели, после которых, да, то есть человек идет по ложным целям, и мы видим, как происходит деградация. То есть он не реализуется сам, да, то есть у него, он понимает, что он делает что-то неправильно, и после этого мы видим алкоголизм, наркотики, да, то есть он не самореализуется, да, то есть у него самоубийство. Ну вот, как бы, вот это то, с чем мы все сталкиваемся. И социум навязывает. Ты должен быть таким, ты должен быть таким, ты вот должен вот это, у тебя должна быть машина. А если человек успокоится, прислушается к себе, посмотрит, а что я хочу из жизни, что мне надо, какие мои цели, что я хотел в детстве, в раннем детстве, да, то есть не то, что мне там в школе навязали, в институте навязали, мне там родители говорили, что я должен быть, повторить, реализовывать их нереализованные мечты, да. Кстати, очень часто родители то, что сами не реализовали, пытаются реализовывать через детей, ломая судьбу детей. Да. Вы понимаете, если человек реализован, он счастлив, ему хорошо. Ему не надо власть, ему не надо денег, да, то есть суррогатных ценностей. Да. То есть каждый должен понять свою цель, свою миссию в жизни, свои ценности внутренние и свои внутренние потребности. И если он будет прислушиваться, некоторые говорят, вот прислушайся к Богу. Да. А да, сотворитель тебе дал какую-то программу, какую-то установку, в рамках которой ты можешь реализоваться. Если ты идешь по чужой программе, не удивляйся, что у тебя все не будет получаться, что ты будешь ошибаться, что тебе не будет вести, тебя не будут слушать. То есть прислушайся к себе, прислушайся, сделай правильные выводы, у тебя в жизни все пойдет правильно. Как-то так. Вы сказали, что на ребенка влияет его именно генетическое. Я согласна. И та сфера, в которой он находится, в которой он растет, тоже согласна. Но влияет же также еще и его основа самого этого человека, который родился, то есть его душа, то есть тот опыт, который был в предыдущих его рождениях, накопленный опыт, вот этот вот стержень какой-то, его основа. Вы так предполагаете или нет? Или вы эту часть отметаете? Я не отметаю. Я говорю о том, что когда человек говорит, ой, я вот такая личность. Да, во-первых, в том, что он личность, да, что у него есть стержень, это большая работа родителей. И мы все находимся в большой-большой эстафете. Если мы посмотрим, у каждого из нас за спиной стоит мама, папа, бабушка, прабабушка, да, пирамида идет вниз, а у них тоже была папа, мама, да, и у каждого был прабабушка, прадедушка, и представьте себе, какая пирамида работала
над тем, да, то есть предков, огромная масса предков, в том, чтобы мы вот дошли вот до этой точки и были вот такими. И уже от нас зависит, вот наш личный вклад, что мы вложим в наших детей. Мы, изменив какие-то поведенческие вещи, да, изменим ценностные, что-то познаем в мире, да, это мы уже передаем своим детям по наследству эстафету, палочку, дальше, да. И вот это наша задача. То есть мы не должны смотреть назад, да, оглядываться, мы должны смотреть вперед. То, что было позади, это мы должны, скажем так, использовать как ресурс, да, ресурс для того, чтобы передать в будущее, а не оглядываться постоянно назад, все было хорошо только там. Мы должны понимать, что все, что было там, создало нас. Мы результат родителей, прародителей наших предков. Очень большая масса, да. Ведь есть исследование, которое говорит, что все, которые жили на европейском континенте, да, на европейском континенте, тысячи лет назад у нас у всех, у каждого есть общий родственник, да. А 3500 лет весь евразийский континент, то есть у нас с любым из китайцев 3500 лет был один общий родственник. То есть мы настолько все взаимосвязаны, да, и мы должны из этого взять лучшее, да, и передать лучшее дальше. Арнольд, я все-таки в этом вопросе имела в виду больше реинкарнацию, то есть именно опыт души, а вы все-таки говорите о крови и о генетике. Маленький комментарий. Я согласен, то, что и душа тогда была ведь тоже. Понимаете, Виктория, мы не можем отделить тело от души. Почему? Потому что я сторонник того, что да, есть душа, и есть тело, геном. Да? И тот же геном определяет структуру мозга, да? Те же самые предпосылки, те же самые наследственные наклонности, те же самые пожелания, да? И поэтому нет противоречий. Я считаю, что душа и тело едино. Мы не можем ее отделить, ну, по крайней мере, здесь. И даже с точки зрения материализма, да, мы говорим о том, что мы живем в трехмерном пространстве плюс время, да, то есть 4 пространства. А те же самые физики говорят, извините, для того, чтобы сложить все математические формулы, да, то есть и астрономию и все остальное, то есть мы живем в 10-кратном измерений, то есть 10 измерений, да, другое дело, что... Многократным, наверное, так будет правильнее. Да, ну, я латыш, поэтому я говорю не на родном языке, извините, да, то есть я и в школе учился на латышском, поэтому пусть меня простят, но мы живем в многократном измерении, где должно быть не меньше 10 измерений, да, мы видим только 4 из них, да, а что происходит по ту сторону, а может быть, душа туда перекочевывает, а может быть, там происходит передвижение, да, просто наука еще до этого не дошла. Ну, хитрость заключается в том, что природа каждого, она и уникальна, и универсальна. Уникальна она тем, что Бог нас разделил на мужчин и женщин. Это первое. Она уникальна тем, что у каждого свой врожденный темперамент. Но чистых темпераментов нет, они чаще всего смешанные. И какой бы ни был темперамент, например, холерик, это очень подвижный человек, то всегда тренировка выдержки, силы воли, эмоциональной стабильности, рациональности, знание – это сила. Всегда способны любой вид темперамента повернуть стороной преимущества, а не недостатка. И это зависит от самого человека. В этом у нас уникальность. В чем универсальность? Универсальность в том, что психика работает по одним законам, в каком бы теле она ни была, по одним законам. И размерчик только разный. Психика человека, психика семьи, семейно-родовой системы, психика нации, психика человечества. Размер разный, законы одинаковые. Почему к нам идут люди разных уровней? И простые, и бизнесмены, люди дела, и чиновники, и руководители больших уровней.
известные люди и неизвестные люди. Почему они идут к нам, психологам и психотерапевтам? Именно потому, что мы знаем эти универсальные законы психики и помогаем человеку осознать в своей жизни то, с чем он не справляется в обычной ситуации, в своей жизненной ситуации. Что еще важно в этой теме знать? Есть такое понятие архетипы. Это символы, образы коллективного бессознательного. Например, архетип Бабы-Яги, архетип Богоматери. Это две разные женщины. Скажи, она не мама, она мачеха. И нам будет понятно, что речь идет о холодном материнстве. Или наоборот, скажите, она Афродита. И сразу понятно, что речь идет об очень нежной, красивой, сексуально притягательной женщине. Архетипы есть мужские и есть женские. Архетипы проявляются в разном возрасте, по-разному. И, например, мы говорим, что в детстве у нас проявляется архетип принцессы и принца, где главное получать, умение брать, получать и принимать. Это надо уметь тоже делать. Но после 18 лет должен выходить на сцену уже другой архетип, архетип деловой женщины, делового мужчины. Да, если говорить по пантеону греческих богов, это архетип Меркурия, архетип Афины. Это архетипы, которые идут в коммуникацию, которые не только берут, но и что-то дают. Они производят, они берут, меняют как-то, производят и возвращают в другом качестве, отдают. И уже в более зрелом возрасте хорошо, когда у человека выходит на первый план архетип, допустим, Богоматери. Да, женщины способны любить без условий, безусловно. Архетип Зевса, да, или архетип Христа, человека мудрого. Как говорит Гундаров Игорь Алексеевич, первый социолог, первый социопсихотерапевт Иисус Христос. Есть в этом доля правды. Потому что качества проявляются. Способность тоже любить безусловно, дарить добро, дарить любовь, мудрость и справедливость. Очень хорошо, когда эти архетипы развиваются в течение всей жизни параллельным курсом. Просто в силу ситуации где-то выходят одни на первый план, другие уходят на второй. Да, и так они сменяют друг друга. Чем человек разносторонний, чем больше грани он проявляет, тем лучше. Наоборот, когда человек проявляет мало грани, мы говорим ограниченный человек. И общество тоже может отличаться так же. Или своей многогранностью, как наша страна Россия, у нас проживает много национальностей, мы принимающая страна, у нас много мигрантов, да, и мы отличаемся, наоборот, очень даже по сравнению с другими культурами, такой пониженной агрессивностью. И это хорошо. Но, с другой стороны, где-то не мешало выходить на первый план, например, архетипу Марса. Сейчас идет СВО, и архетип Марса, воина, желательно, чтобы проявлялся больше в нашем обществе, благородного воина. И здесь мы просто всем обществом, своего рода каждый сам, но все равно всем обществом определяем, какой архетип сейчас в себе проявлять больше для того, чтобы просто остаться страной, просто остаться суверенными страной. И все человечество, всю свою историю выживало только коллективно. И поэтому, когда оно выживало коллективно, когда оно объединялось в некий архетип, допустим, Великая Отечественная война, мы все были в архетипе труженика, воина, трудились в тылу и сражались на фронте. И страна выжила, страна победила. В мирное время после Великой Отечественной войны вся страна проявляла архетип Зевса,
да, если говорить по языку греческих богов, это хозяин, который восстанавливал хозяйство, страну, да, строил, народ восстанавливал хозяйство, народ Зевс чувствовал себя хозяином. И вот вопрос на засыпку. Сейчас народ чувствует себя хозяином в архетипе Зевса? Я хорошо прокатился, мне понравились земля и земляне. Чокнемся.